Привет всем, Наташа, Словения, Люблина. Сегодняшняя тема разговора посвящена поиску работы в Словении, как это происходит здесь, отличия. Возможно, кому-то будет интересна эта информация. Последние 15 лет я жила в Киеве, поэтому расскажу, как искать работу в Киеве, ну и, соответственно, по всей Украине тоже. Ты посылаешь резюме и ждешь. Это пассивный поиск работы или вообще открываешь свое резюме, которое у тебя пожизненно на сайте? Почему-то все думают, что никто не знает, что у тебя это резюме, хотя его все видят, если ты его не закроешь. Ну вот те умные люди, которые закрывают его, а потом, когда ищут работу, открывают, тем респект. В основном люди не закрывают резюме, оно пожизненно висит на сайте, просто без обновленной даты. Если ты хочешь быстро найти работу, то есть активно поучаствовать в поиске работы, ты сам звонишь в ту фирму, которая тебя заинтересовала, договариваешься о встрече, посылаешь свое резюме, либо берешь с собой распечатанное резюме, приходишь, общаешься, собеседуешь, подходишь, не подходишь, ну и так далее, тебе подходит компания или нет. Здесь все обстоит иначе. В основном те люди, которые ищут работников, оставляют адрес электронной почты. Некоторые не оставляют адрес электронной почты. И ты должен послать свое резюме по почте. Не по электронной почте, ты должен вложить листик со своим резюме в обычный конверт и послать этот конверт на рассмотрение. Если твоя кандидатура подходит, то тебе как бы говорят об этом, что приходите. Если твоя кандидатура не подходит, то тебе посылают на электронную почту, ну я высылала свое резюме в разные компании, приходит где-то, не знаю, через месяц, через 3 недели ответ. Там типа поштение, уважаемая, мы рассмотрели ваше резюме, вас не выбрали на эту вакансию, ля-ля-ля. Ну, ля-ля-ля имеется в виду там всего хорошего, в поиске работы и так далее. То есть вот это вот обычная такая ситуация. Для меня она странная. Если ты, допустим, сам позвонил, вызвался инициативу свою проявить и сам позвонил, чтобы как бы иметь какую-то привилегию, что ты сам позвонил, какой ты смелый и так далее, то есть типа выберите меня, то тебе скажут: пошлите, пожалуйста, свое резюме на такую-то электронную почту или по такому-то адресу обычной почты. То есть ничего не произойдет. Ну и вот это вот такой вот момент поиска работы. Второй момент. Допустим, я коммерциалист, это менеджер продаж, менеджер активных продаж, менеджер телефонных продаж, телемаркетинг, вот это вот все продажи я могу. Очень большой опыт имею. Значит, что с этим происходит здесь? Пожалуйста, коммерциалист, продаяльник, это называется здесь неодвисный коммерциалист, независимый типа, вакансий миллион. Ты едешь своей машиной по всей Словении. Нет, по всей Словении не едешь, есть у тебя какой-то определенный регион, в котором ты ездишь и предлагаешь свою продукцию. Для этого у тебя должны быть права, для этого у тебя должна быть машина. Машина не проблема, то есть тарантайку какую-то развалюшную можно купить за 1000, за 2000 евро. Что по правам водительским? Значит, права водительские, если у вас были в Украине, они здесь действуют, в Словении, в Италии также, кстати. Они здесь действительны год с момента начала вашего проживания в этой стране. Потом их нужно заменить, то есть пересдать. Пересдать — это не значит, что ты пришел, что-то рассказал. Пересдать — это значит поездить с инструктором на машине. То есть не с инструктором, а с проверяющим человеком, который смотрит, как ты можешь ездить. Следующий момент, это тоже из таких вот моментов поиска работы. Следующий момент, это момент такой из поиска работы.
Так как Словения маленькая страна, соответственно, маленький рынок. Если это хорошая компания, в которой ты хочешь работать, много продавать, соответственно, много зарабатывать, ты должен знать еще какой-то язык. Какой язык? Язык соседних стран, которые больше. Это Хорватия, хорватский язык, хорватский язык. Это Сербия, сербский язык. Это такие страны сородние, бывшие страны, ну, Балканы, Югославия бывшая. Если это не бывшая Югославия, то это немецкий язык. То есть есть вакансии, достаточно есть вакансий. Работать в Хофере, заказывать товар для Хофера магазина, то есть работать менеджером отдела закупок. Но ты должен знать плавающий, fluently, ну это на английском языке fluently, плавающий немецкий язык, то есть писать и разговаривать. Опять палки в колеса. То есть ты должен изучить хорватский, сербский, ну, Македония, Черногория, это маленькие страны, никому, ну, как бы не то, что никому это не надо, но просто неинтересно из-за того, что эти страны еще меньше, чем Словения. Вот. Ну, вот, если ты хочешь, я же тебе говорю, получить хорошую работу коммерциалист, это менеджер, то ты должен знать эти языки, плюс вождение сдать здесь, в этой стране. Следующий момент. Значит, какие здесь в основном вакансии приветствуются? Очень много вакансий, то есть если вы IT-специалист, то вы себе работу найдете, потому что априори IT-специалисты разбираются, даже если они не знают там досконально английский язык, они разбираются во всех этих терминах, которые все в принципе на английском языке, которые прописывают эти программы на английском языке, то есть для них ничего удивительного не будет, и они могут жить как в Словении, так и не в Словении, они могут вообще не выезжать в другую страну, найти себе работу удаленно и зарабатывать деньги и жить у себя дома. Вот такие вот отрасли, в такие вот отрасли требуются специалисты. Потом фармацевтика. Здесь завод фармацевтический в Словении КРКА. Тоже там хорошие зарплаты. Но, соответственно, вакансию ты не найдешь, так как ты не соответствуешь. Английский плавающий не владеешь, немецкий плавающий не владеешь, хорватский и так далее не владеешь. То есть вот такие вот стопоры. Давайте немного расскажу, что производит Словения, и, возможно, вас это заинтересует, то есть на такие вакансии вы можете рассчитывать. Здесь очень развита такая отрасль, как машиностроение. То есть на 3,5 миллиарда в год делают автомобилей эта страна, из которых 80% уходит на экспорт. Здесь находится завод такого концерна, как Nissan, Renault. Очень много покупают машин Renault, причем любых, как подешевле, так и подороже. Очень много здесь машин, ну вот таких из местных Renault. А из таких, что подороже, это, конечно же, Мерседесы. Больше Мерседесов, BMW меньше. Это все изготавливается здесь, в этой маленькой стране, в Словении. Также здесь изготавливается, здесь находится завод, здесь, скажем так, родина, здесь начало всех начал. Это завод Горенье. То есть это белая техника. Не знаю, почему-то они называют бытовую технику большую, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и так далее, они называют белая техника. То есть это большая бытовая техника. Вот завод Горенье здесь находится. Если есть специалисты, это такие должны быть какие-то узкопрофильные специалисты, я так понимаю. Если честно, в этом не очень разбираюсь, поэтому не могу сказать, каким должен быть специалист, чтобы работать на заводе Горенье. Я себя как менеджер по продажам там вижу. Ну, то есть есть что продавать, да? Какие еще специалисты туда нужны? Ну да, в любом случае на производство и на сборку этих машин. То есть все производится в этой маленькой стране. Также здесь производятся аккумуляторы Топла и то ли ТЭЦ, то ли ТЭК. То есть два вида аккумуляторов производятся здесь, в Словении. Это из таких вот больших. Здесь есть мебель производится.
Я, если честно, не скажу вам сейчас название, просто забыла, уже читала, забыла. Значит, этой мебелью, эта мебель продается в разных-разных странах мира, в разных, это значит практически во всех. Ну, наверное, скорее всего, в каких-то странах третьего мира не продается, потому что нет необходимости, да, людям покупать такую мебель и нет возможности. Например, этой мебелью, о которой я рассказываю, оформлен Кремль. То есть это дорогая, качественная мебель. Что еще есть здесь? Здесь есть качественная обувь Alpina. Наверное, слышали в Украине точно. Вот Alpine знают в Украине, значит, во всех странах СНГ. Я такой вывод хочу сделать, что должны знать эту обувь Alpine. Ну, то есть на слуху есть это название. Дальше здесь есть славянского производства женские полиамидные колготки Polzella. Я их не видела, не щупала, то есть качество я вам не скажу, но скорее всего качество хорошее, потому что славянцы коренные, которые здесь родились, живут, выросли, ну вообще вот у них такие традиции, что продукция у них качественная, то есть они, если производят, то ну, хорошего качества, не Китай, не, ну вы поняли, о чем я говорю. Такой вот момент. Потом, собственное производство еще могу выделить. Белье женское. Ой, женское белье очень известное, более 50 лет на рынке. Несилка. Как же она? Леска. Лиска. А, лиска. А они тут, это не лиска будет по-словенски, это будет лисца. То есть лис. СА это лисца, а не лис. Мы читаем лиска, да, как бы на английский манер. На словенский манер это считается лисца. Это очень качественное белье. В России есть представительство, очень во многих странах есть представительство. В Украине лисца, вернее, есть, но официального представителя нет. То есть, ну, женское это белье тоже на слуху. То есть там лекала, там вот этот вот весь пошив. Все очень и очень уже, знаете, годами выработанные модели. Здесь много женщин пышногрудых. То есть если, допустим, смотреть фигуры женские, мужские, ну сейчас говорим о женщинах, о женском белье. Если смотреть женские фигуры, есть женщина с фигурой. Женщина-яблоко, женщина-груша. Яблоко это значит у нее будет животик и большая грудь, маленькая попа и худые ноги. И второй тип женщины это маленькая грудь, узкие плечи, попа широкая и пышные, ну, полненькие ножки. Вот два таких вот типа женщин в основном. Так вот, в Словении больше первый тип женщина-яблоко, пышногрудые. Вот такие у них больше фигуры. Вот. И очень хорошее лекало для пышногрудых женщин. Это именно вот по производителям одежды и так далее. Потом еще вычитала такую интересную информацию. Есть производители Лимби. Это туалетная бумага, тряпочки всевозможные, поролоновые мочалочки. Все-все-все Лимби. Потом Мола. И еще третья есть. Значит, в Украине официальный представитель этой торговой марки у нас Савсервис. Ну, кто бы сомневался, Савсервис заполонил все. Если кто не знает, Савсервис представителя Риэль Тайт. Потом они выкупили Ольвию Бетту, это гала-порошок всем известный. Туда же уже относится порошок Дакс, это то, что подешевле. Ну, я уже давно поняла, что если ты покупаешь галу, если ты покупаешь Дакс, это все, скажем так, с одной бочки. И, ну вот, мотайте на ус, что порошок вот такого же качества. Так что это все по устройству на работу, это все по предприятиям, которые здесь находятся. Также еще могу сказать, что раньше, сейчас говорят тоже, не подскажу, раньше было очень-очень-очень-очень-очень много вакансий уборщиц. Сейчас этих вакансий немного меньше и зарплата немного ниже, потому что
приехали вот эти вот беженцы, которые из Сирии, и они просто всем сбивают цены, работают там за 400, за 500 евро в месяц. Раньше была зарплата уборщицы 800. Ну, еще не забывайте, даже если у вас зарплата будет 600-700 евро в месяц, вам в любом случае дадут еще регресс. Регресс – это как 13-я зарплата. Это помимо отпускных. То есть вы имеете 2 недели отпуска, за которые платят, даже не 2, там, по-моему, 21 день. Ну, по законодательству все полностью оформляется и исполняется, и все, потому что работник может пожаловаться на работодателя, придет сразу, прибежит комиссия, все будет оформлять, ну, все будет осматривать, в общем, легче сделать все по закону, чем что-то не сделать. Вот так вот. Плюс 13-я зарплата. Это такой кратенький обзор поиска работы и кратенький обзор того, что здесь производят. Всем желаю успехов в поиске работы, если кто ищет работу в Словении, хочет уехать сюда. Ну, и удачи. С вами была Наташа Словения. Всем пока. До скорых встреч.